Всем привет! Сегодня у нас будет интересная и битва гильдий, и заодно и тест состава с ожогом. Потестируем его в некоторых локациях и посмотрим, что с этого получится. Сейчас покажу вам составчик. Вот такой вот у нас состав. Думаю, скоро мы сделаем еще Фрейю с ожогом и стрелка. Пока нам только два ожога выпало на арену, поставили и на ворожея. О, побежали, потестим. Я уже немножко его тестировал на арене. Попробуем выйти в топ. Ну, как видите, состав почти не проседает, потому что у нас даже если есть дебаф, ворожей его снимает. Плюс он отхиливает и героев. Ух ты, вражеская... А, это голуби пробежали вражеские. Думал, вражеская Фрейя прошла. Ай-яй-яй, ворожая нашего слили. Жалко, жалко, конечно. Ничего себе. Давай, тащи. Ай-яй-яй-яй-яй. Вообще самое главное... Ай, Фрейя прошла. Если бы Фрейя не прошла... Хорош, хорош. Интересно. В принципе, стрелок. Можно убрать стрелка. Так, Фрейю вернем. Уберем стрелка, поставим тоже некроса. Он у нас будет танчить в этой пачке. Так. Можно было бы, кстати, и Бигфута поставить, но... И на некроса надо тоже ожог вернуть. Так, огненная с каменкой поставим. Да, один Рину не справляется, конечно же. Опять у нас ворожая слили. Да что такое? Хоть бери и ставь ворожая с каменкой сюда. Как-то быстро он сливается. Да, видите, один. Один он там не справляется однозначно. Так, 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 так. Сейчас
Сейчас мы немножко... А, мы ж не поставили даже на красоте. Так, раз, два, три, четыре. Попробуем вот так вот сделать. Ну, вот так вот. То, что надо. Так, у нас есть еще 5 попыток. Да, надо выбить все-таки. Надо краса тоже ожог потестировать. Может, будет что-то интересное. И на фрая тоже хотелось бы. Хотя, в принципе, ей так хватает. Баста с головой. Это что за нубасы? Степик. Ну, до свидания, Степик. Извини, но против дырочки. Так. О, Феникс есть. Давайте еще Феникса завалим. Смотрите, сколько тут топов. Интересно даже. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Рину нашего слили. Да, немножко неудачно. Хорошо. Делаем так. 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 Конечно, тут на Анубисе они сейчас тоже зависнут неудачно. Блин, вот хочется тоже Бигфута прокачать с ожогом, потестировать, либо с каменкой, как он будет себя показывать. Ну все, тут мы должны, по идее, очень быстро его слить, потому что новый герой бьет по кристаллу очень много. Ну все, у нас больше попыток пока не хватит. В следующий раз дальше зайдем. Я неделю не воевал. Решил потрешивать. Так, ну что дальше? У нас опять трэш-контент будет. Битва гильдий. Потестируем там этот состав. Так, 314. 353, 26. О. Бьем траксов 2. Так, что тут у нас? Свиносранец. Ну, окей, свиносранец. Let's go. Посмотрим, что да как. Ну, с Фрейей, конечно, и с ожогами. Просто выпускаете героев. Но держится вроде ничего так. Сейчас посмотрим остальных топов. Так, тут с Фрейей он, да?
Окей, побежали. Потестируем его Фрейю. Рино, держись. Я в тебя верю. Как-то вот так вот. Ай, мы даже на стрелка не поставили. Надо на стрелка ангела вернуть. Как это без питомца? Кто там у нас следующий? Страхсов. Таракс номер 3. А, мы с ним только что воевали, по-моему. Это вообще непонятное. Ворожай отдельно стоит. Да ладно. Это что такое? Вообще непонятная расстановка, как для топа. Просто печалька, я бы так сказал даже. Смотрите, Рино там себе отдельно воюет от всех с ожогом. Вот как-то так. Так. Следующий тракс у нас Агримар. Ну окей. Хранитель ушел отдыхать. Ух ты, ничего себе. До половины просадил моих героев. Жесткий. Просто жестик. Ну, давай проверим нижних героев. Бигфут. Ну, что ты скажешь? Да, ребята. Печалька. Ну, и последнего давайте Тракса на сегодня завалим. О, тут Фрейя вообще вблизи. Сейчас мы ее вытащим. Вот так вот. Ух ты, стрелка слили. Да ты топчик просто. Смотрите, какой жестик. С первого раза не прошли, представляете? Ничего себе. Но мы сейчас сделаем ход конем. Угу. Окей. Смотрим, что тут у нас. Значит, делаем вот так. Вытягиваем все удары на Анубиса. Сволочь. Ты смотри, какая сволочь. Заставил нас юнитов юзать. Ужас просто. Да. Ну, что я могу вам сказать? Ну, ожог вроде неплохая вещь. Судя по тому, как мы бегаем, не напрягаясь, 4906 за пару минут. Просто, как по мне, просто изи. Ну вот такой вот составчик. Фрейю, конечно, тоже хотелось бы с ожогом. На китайке у нас уже есть Фрейя с ожогом. Думаю, мы скоро потестируем и здесь ее на максималке. Вот такой вот состав. Пишите в комментах, как вам такой состав, какой состав еще потестировать. Следующая БГ будет немножко с другими талантиками. Тест таких же героев, думаю, тоже будет интересно. Все, пишите комменты, подписывайтесь на канал. Всем пока. Траксом 2 особый привет.